есть. Да с улицы вот еще 4 приходится кормить. 4. Вот она сидит еще. Ну, иди, иди, ешь, иди, ешь. Никто не тронет. Ну, проходи. Давай, давай, белогрудка такая, а? А эти чернушки сидят вон где. Пришли. А там голуби проверять надо сейчас. Вот вы заложили им туалет какой, опилки. Ну, как это там где-то ели, может быть, а тут другая, с рыбой. Вот летом ловили карасики, мелочи, которые погибли бы все, там все промерзает. А то ищут браконьеров. Какие же мы браконьеры? Сами сделали пруды, сами зарыбили их, рыбу привезли. На Рыжковске 700 карасей пустили. Ой, ну, конечно, тут... Сегодня снежок немножко идет. Показать на своих голубей. Вот они. Ой. Я даже не знаю тут, как их показать-то. Падает на меня снег-то. Ой. Белики мои сидят. Ну ладно. Полезу сейчас. Кабы я не один был с Володей, там бы сразу заснял. Ну, а тут приходится так вот в карман брать это. Показать отсюда вот это вот здание рядом. А вон там дальше, видать, трубы. Трубы только. Вот это вот, вот. Это здание музея искусства и литературы. Истории там, кажется. А там был краевой суд раньше. Меня тут осудили. По этапу отправили. А сейчас я рядом живу. Подарил материалы о себе, книги. Все приняли по-хорошему. Меняется все. Многое, что меняется. Вот они, мои голуби. Вот они, где крестовина. Вот одна крестовина. А вон там другая. Скорее. Полезу сейчас вверху. Понедельник у нас. Белый за стол садится, сел, все. 21 октября я за стола вылез, вот. Паля тут сидит. Володя картошку готовит, вот смотрите, как мы ее режем. Потом он ее ножом подрезает и соль натирает. А после этого противень накрывает. Спрашивает, как это... Сегодня можно. Ну, у нас мяса не бывает никогда, так что без мяса. Вот на столе морковку натер. В 5 минут ее нужно съесть. На самом мелком. Ну, чтобы было видно. Вот я покажу тонким слоем. Хлеб не печенка, приехали, сухари есть. Вот в кружку наложил, кипятком залил и все. Сухари хорошие. Рыба. Рыба это нам готовит в воскресенье, сестра каждый раз приносит. Красная рыба. Вот это лежит отдельно. И рыба карась. Где она у нас сегодня? А, вон он. Летом, который наловили, привезли. И вот карась. Вычищены, все. А вот это он у нас, могу назвать из 4 компонентов. Это помидоры, мелко нарезанный лук, растительное масло и соль. А это картошка нарезанная. Вот она лежит какая. Очень вкусная. Вот перевернутая. Ну, толщина какая в палец. Вот ты, господи, в русской пище. В русской, говорю, в духовке пробыла. Ну и суп. Это что у нас? Вермишель, картошка. И что рыбу варил, это рыбный настой. Это правильно говорю? Да. А вот картошку варим для себя. Самую мелкую. Вот я руку положу, чтобы видно было. Вот, смотрите как. А которая покрупнее, ну, тут кому-то дать можно. Себе вот на это дело сгодилось. Капусту сегодня. Поешь Дубнову? Да. Капусту вчера отвезли туда. А здесь вот такая история. Вот они лежат как тепло. Вчера не натопили, холодновато было. У нас 3 кошки здесь и рыжая. А в той комнате, пока Надежда Васильевна нет, там у нас буска, синеглазая и рыжий кот здоровый. Вот такой же вот.
Сейчас я только назову его по имени, как голову поднимет белый. Вот он где. Но. Ой, а это его мать сидит сзади. Они сильно играют. Володя здесь за столом, это его тут хозяйство. Термосе что есть. Видите, какие у нас везде надписи. Вот. Заметьте, это тоже кому-то надо знать. Не отходи. У нас вот моемся где. Тут тоже надпись. Вот я сейчас уберу отсюда. Вот. Посмотри. Не переполнено ли ведро внизу? Вот ответ. Это значит, было что-то когда-то, что побудило нас. Поворачиваемся дальше. А то у нас такие вот надписи на улице, в храме, везде. Ну, в притворе храма. Везде. Идет видеозапись для интернета. Чтобы человек знал, что есть. Привезли мы помидоры. Кое-какие были еще зеленые. Вот сейчас на втором этаже раскинули. Ну, это сидит рядом на бумаге рыжая. Мать всех наших кошек. Вот так. Это лук у нас еще пока не определили. Мы вешали, он просох, все хорошо. Лук. Все это Володя с матушкой там что-то сеяли. Вот он, раннее утро. Ну, я встал пораньше. 20 минут первого сегодня было. Потом прилег. Когда все сделал в интернете, ответил на какие вопросы. А компьютер загрузку ведет. Ну, собрание, которое было вчера. А остальное там администрация делает. И с детьми, которые всю ночь. И вдруг раз, наполовину сбросило. Но уже знаем, как. Володя, помоги. Побожал Володя сразу раз. Выключили все, опять включили. Он с той самой минуты потащил дальше. Сделано было. О, это наш уголок красный. Это вот кипарисовый крест с Иерусалима вверху висит. Да не просто так. Вот показываем икону. Темновато здесь еще у нас. Темновато здесь книги, документы. Ну и вверху, как у нас везде надпись такая. Часы не идут, 4:40 подъем, а в 5 общая молитва по скайпу. Это вот все мои книги. Здесь один экземпляр сохраняю для себя. А дальше там Евангелие по благословению патриарха Кирилла, удобное. Нас не милиция пока не трогает ничего, ну, Господь сохраняет. Показать маленько. Как будто бы все. Это у нас ведра. Ходим за водой, вода здесь и запасная фляга. Уголь, углем топим. Дрова. Дрова сохнут, прямо приносим. Вот, чтоб кошки не прыгнули, железный лист стоит. Один раз было такое, и сразу написали. Затопил печь, закрой плиту. Вот закрыли. С этой стороны еще одна. Здесь такая жестина стояла. Ну, нету, без меня гости, видимо, ее выкинули. Надо искать сегодня, где она. Второй раз. Это для спасения кошек. А дрова наверху, вот, второй этаж. Тут хлеб сушим. Третий этаж кверху тоже решетка. Дрова сушим. И четвертый. 4 этажа. Точно так и постель. Вот здесь. 4 кровати, палати, нары. Как угодно можно назвать. Но у нас зовут палати. Второй этаж, это вот мой, закинуто все. Деревянный ящик, это для того, чтобы закрывать. Вот что интересно, деревянный ящик, он фанерой прибитый. Вот я его накрываю, пюпитр свой. Пюпитр, говорю, эти, клавиатуру. Но я плохо слышу, сейчас. Я положил его. Вот смотрите сейчас, как... Случайно обнаружил, чтобы слышно было. У меня маленький телефон вот такой. Я кладу его вот так на бочок, чтобы маленько на выступ. Здесь он. И он вот так вот. Вот как он звенит. Володя, дай мне звонок. Сейчас он даст звать. Вот посмотрите, как сделал, усилил звук. Случайно наткнулся на это. И делюсь с другими. Вот он сейчас. У меня там обед-то не остынет. Остынет. И вовремя начал. Вот сегодня 21 октября,
Второй этаж. Ну, тут все постели, то такое, никто не спит. Кошки лазят тут. А дальше Володина наверху. Печку почистили, вот где прочистка. Сейчас, вот он набирает номер мой, сейчас зазвонит. Я положу туда. А это у меня здесь лежит рядом Библия. Библия. И рядом лежит Коран. Сейчас. Вот звонит. Вот она. Вот такой звук. Теперь я его поднимаю, оставляю здесь. Опять переношу на стол. Слышь, какая разница? Заметьте, кладу. Вот так. Ну и слава Богу. Тут у меня телефон, стационар. Все. С Богом. На колонках уселись двое. Она лежала, одна Паля. Это ее сын. Такой вырос на больше ее. Богатырь настоящий. И вот они ляжут, она в постель. Лезет к нему, целует его. А он ее лижет, лижет. Вот это. Упадет. Тут негде поместиться, эта колонка. В тесноте да не в обиде. Наблюдать за ними очень интересно. Белый с Палей разыгрались. Но белый, конечно, мощнее. Зажимает ее там. Матерь свою. Это белый давит мать свою, она меньше его раза в два. Еще делает. Это Северная Корея. О, за границу решила бежать. Видишь, он какой мордастый, какой президент у нас. Еще, все. Бегство совершилось. Я смотрел ролик про Северную Корею, да. Там один мужчина рассказывал.
как у них там происходит, что, как убегают, что едят, какие вообще у них там правила. Ну ладно, слава Богу за все. У нас Господь свободу дал в России. Аллилуйя.